В эфире программа «День города», в студии Оксана Тебенихина. Здравствуйте! Наши журналисты подготовили для вас этот выпуск. И в ближайшее время они, как всегда, поделятся со зрителями самыми актуальными и важными новостями Рязани. Смотрите сегодня. Утверждена кандидатура члена президиума Генсовета «Единой России». Им стал Андрей Макаров. 23-летний украинец предстанет перед судом за распространение синтетических наркотиков. В Рязани прошел творческий вечер композитора Эдуарда Артемьева, автора музыки к фильмам известных российских режиссеров. Сегодня была утверждена кандидатура члена Президиума Генсовета «Единой России», председателя Комитета по бюджету и налогам Госдумы Российской Федерации Андрея Макарова, который поучаствует в предварительном голосовании 22 мая. На встрече побывала и наша съемочная группа. Прием документов от кандидатов на предварительное голосование «Единой России» идет уже более 50 дней. Сегодня региональный оргкомитет зарегистрировал Андрея Макарова, председателя Комитета по бюджету и налогам Госдумы Российской Федерации. Партия рекомендовала нескольким представителям Комитета Государственной Думы, членам руководства «Единой России», те регионы, в которых они, партия, нас видит. Вот мне рекомендовали попробовать себя на праймерис именно в Рязанской области. Мы встретились с Олегом Ивановичем Ковалевым. Очень много общались, мы просто с Олегом Ивановичем очень много лет знакомы, работали еще вместе в Государственной Думе. Работали, естественно, над теми вопросами Рязанской области, которые проходили через бюджеты этих лет, которыми мне пришлось так или иначе заниматься. Андрей Макаров входит в состав комиссии по разработке предвыборной программы партии на выборах в Государственную Думу, где отвечает за экономический блок. Как отметил парламентарий, предложения, услышанные от жителей Рязанской области в ходе проведения встречи и дебатов, возможно, лягут в основу программного документа. Я думаю, что очень важно то, что сама программа «Единой России» готовится таким образом, чтобы это стало программой, не люблю громкие слова, но действительно всенародной. Не случайно на первом съезде, на первой части съезда «Единой России» Дмитрий Анатольевич предложил разделить съезд на две части. И вот первая часть, она прошла уже месяц тому назад, а вторая состоится только в конце июня. А за это время мы проведем форумы, специальные форумы, на которых обсудим важнейшие проблемы развития страны. После регистрации Андрей Макаров подписал меморандум о соблюдении этических норм в ходе предварительного голосования. Напомним, единый день голосования пройдет на территории нашего региона 22 мая. На сегодняшний день зарегистрирован 21 кандидат. Прием документов продлится до 10 апреля. Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Александр Шерин провел прием граждан. Узнать о житейских проблемах рязанцев напрямую от них – это основная задача таких встреч. Благодаря этому на стол к руководителю партии Владимиру Жириновскому уже легли десятки, а то и сотни предложений, которые в дальнейшем обязательно положительно повлияют на жизнь россиян. Каждый депутат Государственной Думы должен проводить в общении с гражданами 2 недели в месяц. На прием к Александру Шерину, как всегда, один за другим приходят рязанцы со своими вопросами. Темы различные, но в основном касаются проблем ЖКХ, вопросов оплаты капитального ремонта, реконструкции придворовых территорий, дорог. Чтобы решить некоторые из этих проблем, фракция ЛДПР регулярно занимается разработкой и внесением инициатив в Государственную Думу Российской Федерации. Задача заключается не только в том, чтобы собрать эту информацию, но и выступить от имени избирателей с трибуны Государственной Думы. Правда, у нас в регионе очень ревностно к этому относятся, что озвучиваются проблемы на федеральном уровне. Но если бы эти проблемы могли бы быть решены на региональном уровне, то нет проблем. Среди инициатив можно перечислить возвращение ЖКХ под контроль государства с четко установленными тарифами на услуги, оплату капитального ремонта только по факту произведенных работ или хотя бы временную заморозку этих оплат гражданами в связи со сложной экономической ситуацией в стране. Кроме того, ЛДПР хочет решить вопрос, касающийся глав муниципальных образований. В 131 законе надо четко прописать, что глава муниципального образования, сельского поселения, регионального центра не реже, чем один раз в 6 месяцев должен отчитываться перед избирателями публично. Вот собирать людей надо в Ледовом дворце или в каком-то крупном концертном зале, в самом крупном здании, которое есть в городе Рязани, и глава города выходит на трибуну и отчитывается в течение хотя бы получаса, что сделано, что планируется сделать, чтобы люди могли задать вопросы. А то у нас власть возбуждается на предмет того, чтобы с людьми пообщаться накануне выборов. На практике оказывается, что граждане не могут достучаться до руководителей различных инстанций, пытаясь решить свои проблемы. Зинаида Картавых с 2010 года борется за обустройство
благоустройства придворовой территории на улице Новаторов. Через ее двор на протяжении 40 лет спешат в школу дети, идут на работу люди буквально по грязи и земле. Поскольку двор не обустроен тротуарами, а асфальт на узких автомобильных дорогах вовсе проваливается. Плотность заселения большая, местные жители обеспокоены. Им надоело ходить по грязи. Они хотят нормальные заасфальтированные дороги и мечтают отправить своих детей в школу в туфельках и ботинках вместо резиновых сапог. То есть обращались в муниципалитет, на встречу ходили с префектом, общались с специалистом муниципального образования. То есть ходили сами все эти территории, смотрели, все время получали ответ. Будет рассмотрен ваш вопрос и включим в план в этом году. И вот этот год уже прошел, ну, где-то более 7 лет вот это все длится. А территория все хуже и хуже. А эта ситуация гражданина Ремезева и вовсе выходит за рамки разумного. Являясь членом партии ЛДПР, он, как и все россияне, 18 марта решил отметить день воссоединения Крыма с Россией в поселке Сараи. Собрав людей, одевшись в символику партии, он пытался провести праздничный митинг. В результате местные сотрудники полиции не дали ему это сделать, а забрали в родное отделение, где сам Михаил Ремезев служил на офицерской должности много лет. Вы прожили 15 лет Крыму и решили в сараях отметить этот вопрос, да? Так точно. Что мы воссоединились 18 марта. Так точно. Но так как вы заявку не подали... Почему? Заявка была 10 дней. Все как и положено. Но вы были с флагом ЛДПР. Да. Вы были один? Нет, у нас 12 человек. 12 человек. С подарками, еще примерно человек 30 там было. Этот вопрос пойдет в руки сразу же Владимиру Жириновскому, поскольку такой случай является явным примером того, как партийцам пытаются мешать делать общественно полезные дела. При соблюдении всех установленных норм и официальных разрешениях на проведение митинга. При этом желание трудиться на благо региона у партийцев только прибавляется. Пока не будет большинства в Государственной Думе от ЛДПР, законы в лучшую сторону для избирателей меняться не будут. Законы будут меняться в сторону олигархов. Законы будут меняться в сторону того, чтобы одна и та же политическая партия при любых условиях побеждала. Вот такие будут изменения выборное законодательство вноситься. Пообщавшись с пришедшими на прием к Александру Шерину людьми, можно сделать вывод, что они сюда приходят с уверенностью в том, что их вопрос решится. Партия очень ответственно подходит к работе над всеми запросами и позволяет решить их на самых различных уровнях. Если нужно, вопрос попадет на рассмотрение сразу в прокуратуру. Так что если у кого-то есть пожелания и потребности, которые нужно решить, можно всегда обратиться в Рязанское региональное отделение ЛДПР на улице Вокзальный, дом 11, по будням с 9 утра до 6 вечера, а по субботам в мобильный пункт обращения на площади Победы с утра до 4 часов вечера. В Рязани 23-летний украинец предстанет перед судом за распространение синтетических наркотиков. Следственным отделом управления ФСК НП Рязанской области завершено рассмотрение уголовного дела в отношении гражданина Украины. Наркополицейские, отрабатывая каналы сбыта в интернете, задержали молодого человека в январе текущего года на улице Есенина, когда тот передвигался по городу и раскладывал наркотики в потайные места. В кармане его куртки оперативники обнаружили 16 пакетиков с порошкообразным веществом. Еще несколько таких же закладок были изъяты на улицах города Вознесенской, Грибоедова и Подгорной, где в тот день уже успел побывать злоумышленник. А в ходе обследования в съемной квартире на улице Затинной сотрудники наркоконтроля обнаружили большие свертки с двумя видами наркосинтетики, так называемыми скоростью и спайсом. В целом, в результате оперативно-розыскных мероприятий удалось предотвратить дальнейшее распространение более чем 300 граммов наркопрепаратов. Следствием установлено, что молодой человек на Украине был завербован лицами, сбывающими наркотики через интернет, и дал согласие на приезд в Россию. В обязанности юного сбытчика входило получение оптовых партий, расфасовка, осуществление закладок и сообщение кураторам адресов. Гражданину Украины предъявлено обвинение. За данное преступление в качестве наказания предусмотрено лишение свободы сроком до 20 лет. В Рязани прошел творческий вечер композитора Эдуарда Артемьева, автора музыки к фильмам известных российских режиссеров. Композитор приехал на открытие очередного этапа проекта «Океан Солярис. Острова памяти». Его открытие приурочили ко дню рождения Андрея Тарковского. В этом году знаменитому режиссеру исполнилось бы 84 года. Ценителей творчества музыканта собрался полный зал. В их числе была и наша съемочная группа. Большой кинозал, но мест все равно не хватает.
Кому не удалось сесть, остаются смотреть стоя. Сегодня экскурс по собственной музыке представляет великий кинокомпозитор, сам Эдуард Артемьев. Он сочинял для великих кинорежиссеров. Его произведения звучат в картинах «Соляриса», «Зеркало», «Сталкер», некоторых Кончаловского и во всех фильмах Михалкова. Его называют патриархом российской электроники. Сегодня он приехал в Рязань, чтобы открыть очередной этап творческого конкурса «Океан Солярис». И заодно вновь рассказать о первой встрече с Андреем Тарковским, после которой началось долгое и плодотворное сотрудничество. Первая беседа с ним была весьма для меня такой ошеломляющей. Он говорит: ты знаешь, мне композитор вообще-то не нужен. Кроме Баха, я не знаю вообще никакого композитора. Но мне нужен твой, так сказать, композиторский слух и умение писать для оркестра. И мне нужно, чтобы ты организовал шумы. Это тоже было странное предложение, значит, для музыканта. Перед вами человек, который ушел давно, реально с вами беседует. Потому что началась любовная история же. Это вообще просто придумать такое. В общем, это глубоко очень переживал. В адрес музыки Артемьева раздаются различные признания. Непонятно, как это сделано, в природе нет подобных тембров, бесконечно красиво и столкновение с истиной. Но одно можно сказать с уверенностью – равнодушным его музыка не оставляет никого. Ну, я вообще выросла на советских фильмах, вот, то есть, да, причем я очень долго смотрела исключительно советское кино, вот, и, естественно, я неплохо знаю его музыку из фильмов, да, мне как-то нравится его произведение, и хотелось бы, так сказать, увидеть его воочию. Мне очень нравятся фильмы с его музыкой, конечно же, «Сталкер», наверное, самое такое яркое впечатление, вот, но узнала я об этом мероприятии, так как они проходят ежегодно, связанные с памятью Тарковского. Вот. И очень с удовольствием я их каждый год посещаю. Ассоциация картинки, ассоциация видов, которые показывают режиссеры, ассоциация музыки, это просто вот такое ощущение, что сделал все один человек. Либо композитор, либо режиссер. Поэтому замечательно. Апреля 1817 года воистину считается днем рождения велосипеда. В этот день Карл Дресс продемонстрировал жителям Бадена свою двухколесную повозку. С тех пор человечество только и делало, что продолжало изобретать велосипед и доводить его конструкцию до совершенства. В этом месяце отмечается сразу несколько велосипедных праздников, но в действительности самое первое упоминание о двухколесном транспорте практически в том самом виде, в котором мы привыкли его видеть, прозвучало именно в этот день. Наверняка барон Карл де Дрёс, собравший в своем гараже колесное чудо техники, приводимое в движение мускульной силой, не мог и подумать, что его транспорт практически без серьезных изменений проживет 200 лет. Даже сегодня, в век высоких скоростей, романтики и экспериментаторы не обходятся без велосипеда. Я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было. Пожалуй, самый знаменитый рязанский велосипедист живет в селе Поляны. По самым скромным подсчетам, Виктор Атласов уже 2 с лишним раза обогнул земной шар, пользуясь исключительно либо велосипедом, либо надувной лодкой. Очень удивляется, восхищается, говорит: а почему мы вас не знаем, вы должны быть национальным героем. Я говорю: ну это не от меня зависит. А другие действительно есть такие, которые у виска крутят. Шутки шутками, а в путешествие приходится брать с собой альбом с фотографиями, чтобы действительно не упекли в лечебное учреждение. Его скромный «Стелс» – один из самых дешевых и абсолютно нетуристических велосипедов, только с грузом прошел 40 тысяч километров. Велосипедисты говорят: мы на таком велосипеде даже вокруг дома не поедем, не то что через страну. В то, что не количество лошадиных сил отвечает за километраж, легко готовы поверить неунывающие друзья Дмитрий Мамадалиев и Александр Пилипенко. Вот уже несколько лет они самым нестандартным образом проводят свои отпуска. Их первый велосипедный вояж состоялся в 2008 году. Стало скучно кататься до Солочи и обратно. Мы поехали, сначала катались, и в процессе катания возник вопрос: чем мы так катаемся? Давай на море поедем. Ну, вдвоем-то. Да ты дурак, что какое море-то?
1400 километров за 7,5 суток. С собой только плавки и минимальная навигация. Или какой-нибудь патруль, сопровождение едет, милиция, там, мегафон, там, «Динамо» бежит, там, ну, как в кино. Все бегут, да? В 6 утра, там, солнце, еще никого нет, два дурака, такие, по холодку еду, чтобы в обед жарко. Но использовать велосипед, оказывается, можно из фантазии. Пока этот некапризный транспорт помогает кому-то выжить вне цивилизации, находятся таланты, готовые превратить его в атрибут видеооператора. Зимой на велосипедах еще ездили, походу. Вот, и очень тоже интересный кадр, потому что, когда едешь по льду, абсолютно ровная и прямая, ничего не трясется. И удивительно, потому что, когда мы начали отсматривать материал, получается, что велосипед, как будто он стоит на месте. То есть панорама достаточно большая, задний план далеко, и ты видишь, что человек крутит педали, видно, что колеса крутятся, но нет никакого ощущения, что это движется. Вспомнили о том, что давненько не крутили педали, и наши журналисты. Увидимся на велодорожках. Это все новости, которыми мы с вами успели поделиться. Прощаемся со зрителями до завтра. Спасибо, что были с нами. Всего доброго.